Здравствуйте. Здравствуйте, так, здравствуйте. Там добрый Евгений, вечер. Да, на проводе? Да. Короче, сессия публичная, если эта сессия будет. И она будет везде, и в Ютубе, и в Инстаграме, везде. Готова? Да, готова. Ага. С чем пришла? Вы знаете, вот в последнее время меня вообще беспокоит все время боли вот с левой стороны. И прям плохо, не знаю, я такое состояние, мне вообще непонятно. Вроде бы как бы нормально себя чувствую, хорошо, но иногда бывает, что у меня страхи, я боюсь чего-то, вот иду, вот я как бы размышляю все, понимаю, как бы цели себе ставлю, но все время как-то закрывается, все время так мне что-то мешает, вот какие-то боли, что ли, вот все время отдается. Я хотя вот была у врачей, все, УЗИ, все делала, мне говорят, что желудок, все нормально. Ну, какая-то боль вот с левой стороны мне постоянно вот она вот давит. С левой стороны где? Вот, под грудями. А, все, хорошо. Закрой глаза. Хорошо, там еще кто-то есть? Что ли? А, да, подруга сидит. А то что-то она говорит, я аж испугался, думаю, кто это там еще? У меня ощущение, что мы вдвоем. Я, блин, столько, знаете, вас ждала, месяц, наверное, вас ждала. Все хотела к вам попасть, но сегодня прям я от радости прям волнуюсь, честно. А подушка есть рядом? Кричать надо будет. Да, господи, подушка. Ага. Да, вставай. Да. Дома ты одна, никто не будет там пугаться сильно? Нет, они не будут. Давай, чуть назад еще. Я тебя не всю вижу. Вот так, да. Закрывай глаза, вдох через нос, выдох через рот, просто дыши глубоко. Меня трясет сейчас. Давай, уже Так, давай. Вот так. Еще. Угу. Давай. Ага. Давай еще. Давай. Еще давай. Ага, вот так, молодец. Еще.
Это что? Дай побить. Ага, давай, пошла. Еще. Подушку возьми. Подушку возьми, Ари. Не верю. Подушку одеть, ты сейчас там всех, ага. Отпустила? Еще возьми, ори. Подушку кричи. Давай. Легче? Ух ты, отпускает. Ага. Рука не имеет. Давай, давай, дыши. Подвисла. Выдох. Ага. Как дела? Хорошо. Подышу чуть-чуть. Ага. Чуть-чуть подыши, сейчас проверим еще.
Так, иди в туалет, блюй, два пальца в рот, вырви прям. Такая коричневая вышла. Желчь, что ли, коричневая, как на кровь похожа. Молодец. Подыши чуть, давай посмотрим. Как дела? Ну, нормально, хорошо отпустила. Боли немножко здесь. Ну, давай подыши еще. Под грудью болит? Нет, как раньше нету, но здесь вот боли, как будто что-то вот жмет, что ли, немножко. Ага, давай подышу. О, еще колотит, да? Да, вот ногу прям левую. Ага. Тебя мама била, что ли? А? Мама била? Нет, мне обида на нее. За что? Ну, она выпивала в детстве. Выпускай. Ha ha ha!
Как дела? Тричет до сих пор. Ага, давай дышим. Еще. Ощущение. Тянет, все тянет, потому что вот руки все в живот вот так тянет. Давай. Еще. Подушечку уже бери, сейчас будешь орать скоро. Бери подушку, давай. Ага. Ори в подушку. Отпустила? Да. Да, еще подыши. Посмотрим. Что-то в тебе много. Давай. Обижаешься много на людей. Айгерин, как дела? Хорошо. Из-под груди боль ушла? Да. Ушла. Рука все отпускает, как будто так только ага. Немножко идет. Хорошо. Вниз. А ноги? Ноги отпустила, да. Хорошо. В руках только вот сейчас немножко немеет. Хорошо. Такой свежий стали, отдохнули. Конечно, я ничего не делал практически 40 дней, сколько мы тут в карантине. Зарядку делаю и все. И это тело ушло, это лицо покинулось. Спасибо. Сейчас уже до конца этот... Сейчас руки отпустят уже. Уже, по-моему, все. Ноги сейчас немножко начинают обратно вот это делать. Давай, давай, дыши. Поколоть сейчас.
Сейчас что? Руки не имеют. Угу. Дыши глубже тогда. Почему, когда появляется дополнительный доход, я и мой сын начинаем болеть? Потому что вы не готовы к деньгам. Вот все. Человек, который меня сильно обидел, был в шоке. Столько лет не видел, и бац, на тебя. Мне смешно даже было. Что-то спряталось, не знаю почему. Я пишу письмо. Классно. Грим, как дел? Следующий. Бери подушку. Подушку возьми. Подушку возьми. Бери, ори. Ори в подушку, я тебе говорю. Как дела? Ну, хорошо. Где ты? Прям все как будто четко вижу. Садись. Рассказывай ощущения, что было, что видела, чего не видела. В процессе что было? Ну, все сжимало, вот начинало у меня с ног, поднималось вверх, вверх, потом с левой стороны как будто перешла боль вот вниз, и как будто с двух сторон что-то зажало. Потом эта боль поднималась и отпускала, поднималась, отпускала, как будто так сжимало меня все. Потом руки отдавала, с двух сторон руки отдавала. И трясло вот левую сторону сильно, прям нога у меня прям немела. Ты рожать боишься или что, я не понял? Я, нет, я, вообще мне как бы страх такой, что я не рожу, да. Будто бы бесплодие такое, все время меня тревожит. Тебе сколько лет? 28. Замужем нет? Нет, нет, не замужем. И была, парня но развелась. Парня нет, нету парня. А дети есть? Дети нет.
А что, замужем была, не родила? Ну, мы долго не жили, развелись, где-то вместе полгода только пожили. Все. Ага. Понятно. Ну, молодец. Агрессия на кого была? Вот столько злости, на кого это было? Это на маму, да, на маму было у меня до сих пор. Ну, как, до последнего дня, до сегодня, мне это было обида, вот это все время держала. Хотя я говорила себе, что я все простила, отпустила, я прощаю. Ну, вот это воспоминание, то, что в детстве у меня было, ну, ко мне все возвращалось. Хотя я думала, как бы, с хорошей стороны, тоже как бы за нее переживала, но эта мысль все время, она мне не давала, как бы, приходила все это в голову, эта мысль. Ну, понятно. Хорошо. Сейчас что чувствуешь? Сейчас хорошо, легкость, прям никакой обиды, ничего нету. Прям легко прям себя чувствую. Никакого страха и боли нету. Вот эта боль меня прям сильно держала все время, вот беспокоила меня. Эта боль постоянно мучила. Ну, хорошо. Хорошо. Здорово. Ты в следующий раз, когда этот увидишь, напиши, что я была в эфире. Короче, потом расскажи, что с тобой происходит, ладно? Ну, дня через два, может, там, когда. Может, завтра, если эфир будет. Ладно? Все, хорошо. Обязательно выйди и потом скажи, чтобы люди понимали, ну, лучше тебе, не лучше. Потому что очень часто спрашивают люди. А вот она у вас была, что с ней случилось потом? Ну, то есть, насколько хватило, что, то есть, в новом состоянии поживешь день-два, и потом можешь рассказать. Можешь потом рассказать. Ну, это все пройдет, да, вот это все отпустит. А тебя сейчас что, не отпустило? Ну, не знаю, как-то немножко трясет, руки немножко как бы. Нет, трясти это уже, это же блоки вышли, и сейчас энергия идет, это нормально. Ага. Прими душ или там ванну и ложись спать. Все хорошо. Я только, блин, вот вечером про вас думала, смотрела ваши ролики, потом все время думала, там у бабушек было, смотрела ваш эфир, все, прошусь, когда будет, а сегодня так обрадовалась, такое, что... Я еще девчатам говорю, смотрите вы это в Ютубе, этот его канал, знаете, смотрите, вот слушайте его. Спасибо вам большое. Да, дай Аллах вам здоровья. Чтобы все у вас было хорошо. Спасибо. Угу. Все, ладненько тогда. Давай. Угу. Спасибо, пока. Целую, обнимаю вас. Давай, обнимаю. Давай, пока. Пока.